И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну а это John Wick Next. Новый эпизод, новый банк. Ну ладно, вы поняли, о чем сегодня речь. А если вдруг не поняли, если вдруг не смотрели, то я поясню. Мистер Уик сегодня отправляется за следующей жертвой. И вы прямо не представляете куда. Хотя, должен признать, я понимаю Хекса. Вы не сразу поймете, о чем я сейчас говорю, поэтому впереди будет вступительная катсцена, которая вам все расскажет моим голосом. Ладно, ну а мы продолжаем. Даже не попыталась? Йосику удалось так долго продержаться на своем месте, благодаря тому, что она знала свой предел. Против человека вроде Уика у нее не было ни одного шанса. И она это знала. Кроме того, у нее были четкие указания. А тот самый хитрый план? Да, Йосика навела Уика на один швейцарский банк. Рассказала ему о банковском хранилище, содержащем сведения обо всей моей операции и мои несметные богатства. О хранилище, в котором нет никакой информации и никаких несметных богатств? Зачем класть деньги в банк, когда банк может купить? Мои люди завели Уика в это хранилище и заперли его там. Хитро. Сколько людей попытались победить его в честном бою. И все же, несмотря на все сказки и небылицы, Уик всего лишь человек. Даже Джон Уик умер бы без воздуха и воды. Будь мои люди чуточку терпеливее. Сейчас не просто найти толковых подчиненных. Именно. Если бы они просто оставили его так, в темноте и одиночестве, со временем он умер бы сам. Но каждый придурок с пушкой мечтает стать тем, кто убьет Бабу Ягу. Ах, милый, ты не одинок, и нас обманывает рок. И вот этот самый шикарный банк, товарищи. Что ж, не будем тянуть время, отправляемся. Мистера Уика хотят убить? Мы дадим эту возможность. Кстати, забавно, откуда у него пистолет? У него он не должен быть по априори. Так, огонь. Огонь. Давай, Джонатан. Так. Удар. 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 Я буду их бить. Кстати, если что, за этот урон не дают монет, потому что Джонатан не был готов просто физически. Зато, кстати, забавно, что у него есть и бинты, и все остальное. Так. Я потрачу сначала эти патрончики. Потом возьму нашу пушку стандартную. Ну, интересно. А! Мне, получается, лист, что ли, опять вызвать надо? Да вы издеваетесь. Так. Огонь. Где? Так, парировать.
Зараза какая. Нейтрализовать. И нас убили. А почему выбрались? Ждем вашего возвращения, Джонатан. Тут надпись такая вообще. Что, я расстраиваюсь, что ли? Буду? Нет, конечно. Вернемся. Так, неплохо. Вот так. Соберись, Джонатан. Нас в любом случае лишат много жизни. Огонь. Огонь. Та-да. Подниму пока вот это. Уходим. Жду. Огонь. Поднять. Огонь. Зараза, уходит только в путь. Огонь. Вот так. Так. Поднять. Огонь. Огонь. Вот так по-тихому всех и сливаем. Огонь. Мне кажется, я только уже получу Змей Горыныч. Или взять наш пистолет. Смотрите, тут 16 патронов. А там 20... Нет, возьму наш. Наш возьму. У нас особый пистолет. Как ни крути, а с ним безопаснее. Да. Тут оружия много нам дали. Что с до этого оружия делать-то? Джон Уик. Погнали. Мистер Уик просветляет всех представителей банковской отрасли, как нужно охранять и запирать людей в банковских сейфах. Но, к сожалению, люди не понимают его указаний. Мистер Уик поэтому решил провести личный контроль безопасности местного хранилища. Он проверяет на наличие различных систем безопасности и, честно говоря, банк не справляется с проверкой. Походу, мистер Уик выставит им самый низкий рейтинг. Он уже отправляется наверх, но тут его ждет сюрприз. Сюрприз в лице дополнительной охраны, с которой, честно говоря, мистер Уик справляется достаточно быстро и достаточно легко. Настолько быстро и легко, что никто не может с ним справиться. Все идут к нему в лобовую, не атакуют его, а он просто расстреливает их из их же оружия. Вот настолько мистер Уик мощен, вот настолько он шикарен, настолько великолепна его борода, никто даже попасть по нему не может, а он всех расстреливает из их же собственного оружия. Ни броня, ничего, ни походка терминатора их не спасает.
Мистер Рук сейчас быстренько проверит наличие жизни оставшихся в помещениях, после чего выпишет свой чек-ордер, а после этого вернется за своим оружием, потому что использовать оружие вне этой зоны запрещено банковским соглашением о проверке и аудите хранилища зоны мистера Уика. Поэтому мистер берет свой пистолет и уезжает. Мистер Уик, лучший банковский аудитор. Ладно, продолжить. Итак, банк. Вход через вестибюль. Сейф. Подождите. А, я был еще только в тайнике, это даже не сейф. Это была часть сейфа. Сейф. В этих ящиках содержатся сокровища сильных мира сего. Ну и что с того? Да, подумаешь, заберем пару побрякушек, как у Долорес Майклс мы это делали, играя за Билли Лерк в Дизонрад Смерть Аутсайдера. То же самое. Ссылочки, если что, в описании на наши стримы и как раз таки на ограбление банка Долорес Майклс. Идеальное ограбление. Ну а мы погнали. Итак, мы поднялись, мистер Уик обеспечивает себе безопасность. Полагаю, он перебил всех? Разумеется. Достойное отступление. Нет, ну уре. Полагаю, он убил всех? Разумеется. Достойное отступление. Кратко, просто лаконично. Переиграем. Я это реально забавно. Надо было просто расстреливать, не жалеть. He killed everyone. Полагаю, он убил всех? Of course. Разумеется. Достойное отступление. Так. Перезарядка. Там на сколько? На 18, а у нас 15 патрончиков. Я пока проверю ряды. Ага, нашелся один. Так. Зачистить надо все. Это место идеально. О! Ничего себе. Подожди, а куда мне проходить тогда получается? Вот сюда. А локация-то большая. Здесь реально очень много всего, ребятушки. О! Пусть идет пока сюда. Давай, иди сюда, большеротый. 13. Тут тоже 13. У меня пистолет 8. Ну, возьму их тогда. Окружили, я слишком долго стоял в одном месте. Надо было отойти. Надо было держаться безопасного места. Они в любом случае, конечно, пачками идут. Но я заметил, что они какое-то время гончаются, потом дорога становится просто чистенькой, можно пройтись.
He killed everyone? Полагаю, он перебил всех? Разумеется. An impressive withdrawal. Достойное отступление. Так. Давай. Так, вот теперь я перебинтуюсь. Жизни немного, но если пройдем, то хорошо. Хотя... Вот это возьмем. Где? А, вдалеке. Дистанция короткая. Нейтрализовать. Так. Нейтрализовать. И куда я могу тебя нейтрализовать? Давай сюда. Так, парировать. Бросить. Давай, бросай в него уже. А-а-а. Бросить. Нет, они молодцы. Они конькочка идет. Ну ладно. Тайник был плохо защищен, но сам сейф неплохо охраняется рядом. Но они используют узкое пространство. Джон там плохо в таких местах. Хотя вроде бы мест для укрытия полно, но... He killed everyone. Он перебил всех, так полагаю. Разумеется. Достойно отступление. Вот. Перезарядочка. Давай, иди сюда. Какой живучий. Сразу живучий. Расстреливаю всех. Даже никого не подпускаю. Поблизости даже к себе никого не подпускаю. Так, отходим. Так. Так. Поднять. Огонь. Вот и живы и здоровы. Так, теперь перебинтуемся. Надо.
с одной жизнью в этой зоне я точно не пройду. С тремя технически можно было бы, наверное, но я не уверен 100%. Но надо двигаться. Так, больше пока никого не наблюдаем. Вот так. Давайте выбираться из этой зоны. Я вот это возьму. Так. О, двадцатка! Беру. Слушай, они прям дают мне очень много патронов. Это меня радует. Правда, меня это бесит. Огонь. Огонь. Так. Идемте сюда. Огонь. Умер от броска оружия в лицо. Пусть идет. Я его просто нейтрализую. Вот так вот. Я все равно использовал все типы боевых орудий. Иду вдоль вот этих коридоров. Безопаснее будет. Так, нейтрализация. Парировать. Толчок. Удар. Огонь. Огонь. Поднять. Я вообще выберусь отсюда с цельными бинтами. Наверное, выберусь. Выбрался. Но хотя бы с одним битом. Но его нужно теперь беречь, как зеницу ока, товарищи. Везет мне, да? Погнали. Мистер Уик, он зачистит все помещения, пробьет каждого охранника и проверит, насколько же надежно местное хранилище. И хоть местные камеры немного подглючивают, они немного так переключаются с места на место. Ну, странно, конечно, но все же мистер Уик продолжает свое движение. Аккуратно расстреливает всех приходящих сюда охранников, которые даже сделать ему ничего не могут. Что за слабаки они нанимают для охраны сокровищ мира сего, так называемых? Никто не может ему ничего поделать, только посмотрите, мистер Уик грамотно уклоняется, перебирает, берет различные оружия, применяет карате, примеряет кунг-фу, примеряет уик-фу, а также грамотно использует все возможные наличия патронов и, конечно, перевязывается. Должен отметить, это бонус для данного уровня, поскольку они заставили мистера Уика потратить драгоценные бинты. Видите, он даже возмущен, он приложил к стенке, метелил его, нейтрализовал и отбил местные тефтели из местных любителей вкусняшек. Никто не может установить мистера Уика. Он Джон Уик.
мастер оценки местохранилища. Да посмотрите, все идут по его душу, и он всех просто расстреливает. Никто даже не может его попасть, вот так посмотрите, никто не может. Все ложатся табелями, штабелями. Здесь легли. Там легли. Тут легли. Все легли. Никто не останется. Мистер Уик даже заберет сейчас какую оружку. Сперва уложит еще одного с помощью ударов в кулак. Эх, да уж. Мистер Уик, он профессионал высшей категории. Уничтожает все живое. Перебивает все живое. Бьет. Идет. И аккуратненько проходит в еще одно отделение хранилища. Грамотно всех отстреливая, выходя из зоны обстрела. Мистер Уик, профессионал высшей категории. И никто не может его отдалить. Привет. Промах. Мистер Уик сразу победил. И мистер Уик аккуратно покидает этот банк. Джонатан Уик. Мистер Уик. Профессиональный банковская проверяющая... Извините. Профессиональная система проверки банковского денежного хранилища. Продолжить. Ну, кстати, уже опять же три, только один бин. То есть, по сути, мы целый бин, по сути, просрали, потому что мы начинали с трех бинтов. Вот понимаете, насколько сложный уровень? Да, мы на уровне агент, между прочим. У нас с нами револьвер. Да уж. Итак, третий терминал. Мониторы излучают свет воображаемых богатств и высокорискованных капиталов. Почему воображаемых? Вполне реальных. Стоимости же меняются, а богатство — это то, что считает себя стоимостью. Так что погнали. Итак, у нас с вами револьвер, и здесь горная зона, если так посмотреть. То есть, видите, здесь реально горы просто. Но это в пещере, видимо, сделано. Вот так. И еще удар. Вот так. Это полноценная такая горная пещера. Так. Так, нейтрализовать. Мне нужна его пушка. Удар. Мне нужна его пушка, мне не хватает. А с этим карабином я тут сейчас таких дел сделаю. Видите, я же говорю, я сейчас сделал тут больших сделаю с этим карабином. О, этот жив? Я думал, я его прибил. Не ожидал. Нет, я думал, я реально его прибил. Видел крестик, походу слился с крестиком другого. Ладно. Пока не задели, то хорошо.
придется ждать. Отлично. Так. Так. Все равно расстоит. И она... Ну да, они все живы, они пошли все скоп. Надо было сразу брать пулемет и отходить в сторону. Ой, это хорошо, первый раз шли. Ладно, сделаем наш лучший удар. Вот так, все полегли, прекрасно. Так. Ну да, моментально. Ну, в принципе, да, дальность расстояния большую играет. Реально сложный уровень, что ты не поделаешь. Но мне это нравится. Так. Вот так вот. Соберись, Уик. Так. Так. Так, парировать. Брось мне оружие. Не знаю, кто там по мою душу идет. Но походу их очень... Ух ты, вот! Я даже вижу отсюда человечка. Вот это зона осмотра, но это неудивительно. Опасные ребятишки. Я не хочу бинты тратить. Попробую пройти пока без бинтов. Хотя бы этот уровень. Вот здесь этот паренек, а там еще один жердяишка идет. Так. Со спины. Так, удар. Я не совсем уверен, кто там сзади. Так, поэтому давай-ка, во-первых, бугая. Ясно. Отлично. Удар. Удар. Удар.
удар. Так, этот тоже пугай. Так. А там кто? О, черт, Глокович идет. Надо выбираться из этой западни. А так хорошо шли ведь. Просто окружили, потом кто-то со стороны прибил и все. Но неплохо. Знаем, что будет. Надо просто не дать себе зажимать в угол. А нас зажали, надо было сразу уходить. А они нас не, они не дали бы уйти. Так, неплохо. Так. Неплохо. Откуда? Так. Огонь. Так. Нейтрализовать. Иду к нему. Нейтрализовать. Толчок. Вот реально, бинтов у меня не хватает вообще, товарищи. А тут еще один... А, ну это там еще вдалеке. Да тут не дотяну. Так. Пока достаточно. Собери свой... Откуда? Извините, мэм, мне не нужны попутчики. Так. Неплохо. Не буду тратиться. Ждать. Дай-ка я за твой счет нейтрализую и возьму пистолет. Сколько же их там появляется, кошмар. Ну и эти они приходят ведь из этих углов. Откуда еще? Так, нейтрализовать. Я буду рукопашную уничтожать, если это возможно. Для... Главное не оставлять для себя слепых зон. Их очень много вылезает, прямо как... Как глисты какие-то вылезают, серьезно. Перебинтовываться не буду. Вот чисто из принципа сейчас не буду.
Помру, значит помру. Значит переиграем. Так, только с одной стороны или с какой-то еще? Проверяем все углы. Молодец. Уложили. Надо было, конечно, ее застреливать сразу. Не надо было отходить. В общем, видим врага, отходим на приличное расстояние. Фу, реально. В принципе, так и надо делать в узких помещениях. Задница зачищена по большей степени. Сюда, сумоистому недоделанный. Поднять. Сменить. Так. Да уж. Быстро. Быстро нас прибили. Почти добрались. Так, какой, кстати, вообще весь маршрут? Так, то есть посмотреть. То есть, по сути, мы уже добирались, по сути. Очень быстро добрались тогда до выхода. Но это неудивительно, такой хороший карьер. Так, давай, Джонатан, соберись. И движемся аккуратно. Так. Огонь. Так. Так, это именно она, да? Их там двое. Ждать. Один вдалеке, а вот от нее надо избавляться. Так, теперь давай соберись, Джонатан. Пойдем навстречу. Так. Так. Очень тяжелый уровень. И ведь не поймешь, где кто и откуда лезет. У нас карабин на баш... достаточно количество патронов. Это хорошее оружие. Мне нравится карабин. Мощное ружье.
Можно подойти поближе. Извините, мэм, но вы тратите мой карабин. Так, ждать. Так, я могу до сюда его до него достать? Где? Зараза. Ладно, давай с револьвером походим. Ой. Вот не дают спокойно. Вот не дают спокойно пройти. Хотел издалека пострелять по этому гаду. Не достанет. Винтовку еще бы достала. Так, толчок. Меня просто пытаются, видимо, сдерживать здесь. Прямо в этом углу. Игра намеренно не дает мне выйти. Слишком далеко все равно. Так. Стойку. Огонь. Бросить. Вот теперь мы защищены на 100%. Но нельзя быть уверен наверняка. Дробаш — это сила. Дробаш — это мощь. Но до выхода нам еще далеко. Я возьму... Огонь. Так. Ждать. Огонь. Вот так вот. Я лучше пойду с... Я лучше пойду с одной винтовкой, зная, что от нее больше толку. Джон Уик. Спелеолог. Погнали. Мистер Уик, он настоящий спелеолог. Изучает местное искусство строения и избиения грёбаных охотников за редкими камнями. При этом проводит свои изыскания в области науки по спелеологии. Вы смотрите, какие шикарные камни, какие наросты, какие сталактиты, сталактиты. И при этом ни один вор камней не уйдет. Он забирает их оружие, уходит чуть-чуть в сторону и дарует каждому по камешку в голову. Ну, точнее, по серебру, но в любом случае, каждый получит по камешку в голову. Каждому по природной залежи в голову. Каждый чему-то научится. Вот смотри, видишь, какой тут хороший пол. Видишь, какой качественный пол. Видишь, какая хорошая стена. Какие крепкие яйца. Бьет мистер Уик. Мистер Уик хочет поизучать камни издалека над обрывом, но ему не дают. Приходится каждого расстреливать, укладывать, баю-баю давать. И тут опять кто-то идет ему за спину, и опять не дают.
Эх, мистер Уик, и еще вам не дают. Ну что такое? Даже дамочка прямо не в восторге от брата мистера Уика настолько, что прямо сама ложится под него. А этот сэр просто не может не насладиться бородой мистера Уика. И мистер Уик его награждает ударом по яйца и в лобешник. Или подбородок, чё ты поймёшь. Мистер Уик профессиональный спелеолог. Он изучает эту гребаную пещеру, расстреливая гребаных похитителей сокровищ. Смотрите, он даже вырубает их с помощью обычного метания пистолета. Избирает их оружие. Эх, мистер Уик. Мистер Уик профессионально расстреливает всех из винтовки. Никто, никто не уйдет отсюда живым. Мистер Уик спасает этот мир, спасает эту пещеру. Мистер Уик, он победитель. Мистер Уик, он несокрушимый. Он уничтожает врагов на лестницах. Он идет спокойно, горделиво, с любимой винтовкой, достигая финиша мимо золотых дверей и освещенных пещер. Мистер Джон Уик. Продолжим.